со свалкой в настоящий момент есть, ее никто не скрывает. Полигон находится в аренде у МУП МКС, которая в настоящее время находится в стадии банкротства. Процедуры. Поэтому сложное у них финансовое положение, и выписано туда предписание. В настоящее время проверяется это и природоохранной прокуратурой, и если там есть нарушения, да, и будут приняты меры в соответствии с законом. Если вот вы, как гражданин, да, увидели о том, что какая-то машина... Секунду, давайте я пока буду говорить. Что какая-то машина выгружает не в положенном месте, вы можете обратиться в органы полиции, которые за это дело будут штрафовать.